Твоя куколка Поппи. Оставайся 3 секунды, чтобы я тебя не затроллила. Если ты бро, а с тобой Найсик, бро. В общем-то, Майнкрафт 1.12.2 одиночная игра. Здесь у меня всякие карты, но это не важно. Главное то, что надо создать новый мир. И, в общем-то, что сегодня будет? Давай-то расскажу. Куколка Поппи. Да-да-да, из Поппи Плейтайм игры. Вот так вот написать надо название мира. Ну, точнее, не надо, а мне так хочется. Куколка Поппи. И няшный смайлик. Ну, довольно-таки милое название, согласись. Режим игры выживания. Я сказал или нет, не помню. Но, в общем-то, самое главное, что надо сделать. Чтобы куколка Поппи появилась у тебя в Майнкрафте, тебе надо написать кое-какой сид. А именно, сейчас я найду Поппи Incredible Doll. То есть, классная кукла. Поппи, вот так пишется... И надо все с больших. Инк, кстати, это чернила. Вот, что вспомнил. Но это как бы вообще не относится к этому. Просто по приколу пришло в голову. Инкредибле. Я правильно написал? Перепроверь меня. Ну, смотрю, ты перепроверил и понял, что все хорошо. И, типа... Пятерочку мне ставь. Ну, в общем-то, вот такой вот сид. Режим игры читы вырубаем. Режим игры выживания я уже третий раз повторяю. Бонусный сундук не буду включать на этот раз, потому что мне кажется, что куколка Поппи очень няшная, добренькая будет. Но на самом деле, я не знаю, злая она. Ну, наверное, все-таки злая. Но, знаешь что, давай-ка вот просто создадим мир, и сейчас я тебе еще парочку слов скажу. Давай-давай-давай, загружайся уже, я жду. Опа-на. Все, можем играть, в принципе. Что делать будем? Ну, в общем-то, смотрим. Что вообще здесь есть? По-моему, ни черта. Я ожидал, что меня сразу же на чаепитие приведут там, не знаю, какие-нибудь веселушки будут. Оказывается-то, сид-то пустой. Просто ландшафт и все. Ничего интересного. Ну ладно, давай-ка мы тогда себе сами приключения нароем каким-нибудь образом на свою пятую точку. Ну, в общем-то, что я хотел вообще сказать про Поппи. Ну вот есть, например, кукла Аннабель, кукла Чаки. И вот считай, что это, так сказать, дополнение к этим ужасным куклам. Только вот я не знаю, на самом деле, злая или все-таки нет. Честно, я даже не знаю, чего она не любит или что она любит, куколка Поппи-то. И вообще, она защищает, наверное, своего Хаги, да? Но его-то пока что я вообще не вижу. Ну, Хаги-то должен выйти. Хотя, может, все у нас образуется ночью, я сам не знаю, на самом деле. Но посмотрим, посмотрим, ничего страшного. Не все так быстро. Быстро, как говорится, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. О, кстати, let's go! Прямо добывать дерево. Потом, в общем-то, пойдем в другую сторону. Блин, куда я хотел? Вроде бы куда-то подальше отсюда уж, естественно. Потому что здесь вот, очевидно, надо идти в ту сторону, где остров. Точнее, где ландшафт вообще, а не вот туда. Вот в океан я прыгать не буду, это слишком долго. О, здесь фигово, здесь совсем не зашибись все. Ну, так вот, кукла Аннабель, интересно, она страшнее, чем Поппи? Вот в плане... Ну, по красоте Поппи явно выигрывает. Она прям супер няшная. Вот Чайки, он забавный. У него такая морда такая... Как будто злой школяр такой. Ну, а в общем-то... Поппи, она вот чисто прелестная, такая няшечная куколка. Наверное, это даже какая-то восьмиклассница, только в обличии маленькой девочки. Просто у меня, помню, похожая девочка училась, вот, и я с ней даже какое-то время дружил. Ну, блин, ладно, в принципе, крафтим верстачок себе, и куда мне все-таки пойти, я совсем не знаю. О, а тут, получается, вот туда вот остров идет, давай-ка мы тогда туда пойдем. В принципе, может быть, там приключения нас ждут. Опачки! Смотри, какая-то шахта. Но, естественно, спускаться я туда не буду. Зачем? Зачем мне туда надо? Я лучше пойду себе найду там в Майнкрафте что-нибудь крутое. Например, дом какой-нибудь. Интересно, а здесь может быть домик Поппи? Это бы было вообще зашибись. О, привет, курица. А ты чё тут стоишь? Еще курица, еще курица. Ну, это, наверное...
Нормально? Вот это я идиотии сказал сейчас. Так, ну ладно, тогда идем в лес. О, лес сиреноголового, не ошибаюсь? Ну, дратуйте, я очень хочу к вам зайти. Еще одна страшная шахта. Боже, вот шахты я чуть боюсь здесь, потому что я помню, насидя в фласочке, если что, справа сверху подсказка вылезла на ее видос, она там встречала эту куклу, вроде как, эта кукла ее даже затроллила, если я не ошибаюсь. Вот, и мне как бы страшно, я не хочу в такой же ситуации оказаться. Надеюсь, что со мной такого не приключится. Я, в принципе, еще ее вообще не нашел, как ты видишь. И, походу, найду. У меня такое ощущение, что я должен найти. Кстати, волк, не хочешь покушать? А фигушки тебе, это мое мясо. Ну, хотя, знаешь что, на самом деле, надо прикормить бога любви, бога доброты, поэтому кушай. Ну, все, в принципе, покормил песика. Еще песик, может, тебя тоже прикормить там? Вкусненько? Вкусненько, походу ему очень даже вкусненько. Ну ладно, тогда что делаем? Вот здесь вот еще какая-то шахта. А, нет, показалось. Я подумал, что это каньон вообще. Красный факел? Ага. То есть мне вот с этим смириться, то, что здесь красный факел, и он не должен быть вообще в мире, в Майнкрафте. Ни в одном месте, наверное, в Майнкрафте не должно быть красного факела спонтанно стоящего просто на земле. А это что еще такое? Ну, нажимная плита, наступать или не наступать, я просто не знаю. Ну, здесь тоже красный факел. Кукла, это ты все затеяла? Если да, то сразу выходи, я не собираюсь с тобой рыпаться, я хочу дружить, я хочу чай пить. Ну, пожалуйста. А, понятно, ну, конечно. О, боже. Что происходит? О, посмотри. Тут можно что-то активировать. Прикольно. А чё я активировал? И что это? Короче, какая-то непонятная дичь, и можно отсюда потихонечку валить! О, боже! А чё он такой медленный? Откуда он выпал? Вот оттуда? А, где там взрываются! Чего? Хорош смеяться! Да блин, она бесит меня! Где ты? Я тебя придушу, кукла! Я тебя ненавижу! Ты меня сейчас так затроллил! У меня аж пукан порвало! Где мои предметы? Да черт! Это вообще пипец какой-то, это издевка! Самая настоящая издевка так не делается! Да. Ну вот это вообще, это просто непозволительно с моей стороны. Ну я считаю, что это вообще непозволительно вот так вот допускать такие вот троллинги от девочки маленькой куколки. Она должна наоборот со мной дружить, а нет, это все-таки суровая кукла. Сразу видно, что она злая, она ненавидит меня. А просто, я просто пришел, а может она надо мной просто поугарять решила, как будто я Морген, как будто я клоун. Ну ты понял, типа, дам тебе шоу. Ну блин, ну и что мне делать? Короче, я понял, надо отсюда просто валить как можно скорее. А то мне здесь кранты уж точно. Вот так вот выбираемся и... Да блин, поднимаемся на самый верх по осторожности. Тун-тун-тун-тун-тун. Еще вот так. Да что ж такое? Почему мне постоянно все мешает? Ладно, не паникуем, не бомбим. Просто реально мне уже как-то неприятно вот с ней играть. Я даже вот захотелось выйти в какой-то момент. Но все-таки надо перетерпеть это все. Потому что это Сид, им надо все-таки доиграть. Я не знаю, я ее еще даже не встретил. А вот когда я ее встречу, тогда я удалю эту игру нафиг. Вообще больше в Майнкрафт никогда не зайду. И ролики больше снимать не буду. Все, довела кукла. Я не могу уже ее терпеть просто. Ну и что мы тут видим? Лава, походу, да? Озеро лавы. Может подогреть здесь мяско. Жалко, я не могу. Да, печально. Но хотя бы покушать могу, и это уже хорошая весть, что я вообще не голодный остался, благодаря тому, что завалил в начале двух овец или свиней. А, да, свиней, я совсем забыл. Ну, в общем-то, у меня есть механизм, который мне совсем не нужен. Привет, песики. О, загрызли тут, мне хавчик принесли, спасибо большое. Хорошо, что они не кушают, кстати, это странно вообще. Лучше бы они мясо съедали, как бы логичнее было бы. О, привет, дратути. Ну, ладно, зомби это вообще неинтересная тема. О, боже, ну сколько тут скелетов, для чего они столько заспавнились? Ладно, придется делать вот так вот. Тун-тун-тун-тун. Ну, блин, ну почему так все? Еще и в рожу получил стрелу. Ну, вообще замечательно. Просто с позором ушел, считай. Ну, блин. Это просто ужас какой-то. Еще и скелет меня задолбал уже. Ну, блин. Я не сдамся. Я вернулся, чтобы
перепрыгнуть все эти блоки. Ну, чертов скелет, конечно же, меня тоже преследует. Боже, 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 меня стреляют сзади. В принципе, пока я живой. О, черт, как они меня нереально бесят. Я просто не могу. Это самые просто противнейшие мобы Майнкрафта. Я не знаю. Так, зомбаки, пока. И вот так вот уходим от них всех. Снова обогнал, снова обогнал, снова обогнал и всех. Так, ну что, куда идем? Вот туда, мне кажется. Или вот туда. Блин, темный лес, только не туда. Нет, точно туда не пойду. Я пойду лучше туда, где тепленькие деревья, все приятненько очень тогда. Ну, это логично, что надо сюда идти. Боже, скелет, надо уворачиваться от его выстрелов. Надеюсь, он не прочитает мои... Оп-оп-оп-оп-оп. Заварю-ка кофейку. Сразу вспомнил. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Мне вообще пофиг на все эти блоки. Они мне совсем не нужны больше. Я уже в воду больше не упаду. И это замечательно. И, боже, что это такое? А, чё? Какая лава? Я что-то туплю уже, походу. Почему сейчас? Иди сюда, кукла! Кукла, ты там? Привет! А... И где она? Походу, не стоит оборачиваться. Потому что это не просто так. Стоит ли оборачиваться? Напиши в комменты. Ну, думаю, в любом случае мне придется это сделать. О, черт. Что-то было. Ну нафиг. Уходим отсюда, я уже боюсь. Ну нафиг эту куклу, она вообще какая-то чокнутая. Я не хочу больше играть. Я просто хочу уйти с этого сида и больше никогда сюда не возвращаться. Уже реально я ее встретил, как я и говорил. Все, я удаляю Майнкрафт. Ладно, кушаем, кушаем. Никого мы, блин, не слушаем, не слушаем. Как это я люблю говорить, блин. Ну и уходим просто отсюда, я все, я уже заманался. Просто... Пойдем, не знаю куда. Туда, куда, не знаю куда. Привет! О, я ему чуть в глаза не посмотрел. Черт! Вот это я чуть не облажался вообще. Капец! Представляешь, если бы глянул? Еще и пауки с двух сторон. Вообще капец. Все против меня, все против меня просто. Деревня жителей! А вот это уже не против меня. Кстати, это криперам лучше не подходить, мне кажется, потому что они какие-то супер взрывные, но я надеюсь, что сейчас-то он не бомбанет так сильно, как в тот раз. Хотя он взорвался в прошлый раз как-то слишком быстро. Это нереально. Да, не, какой-то он слабенький. Должно быть 30 тысяч блоков там нафиг взрывать, как в тот раз. Это пипец какой-то. Как можно было так бомбануть? Спасибо! Ну, конечно! На входе в деревню. Боже, какой страшный звук! Это пипец! Чё они такие страшные звуки-то издают? Надо быстрее бежать в какой-нибудь домик. Быстрее, быстрее, быстрее. Надо забежать хоть куда-нибудь, чтобы меня не убили вообще. Так вот быстро переделываем, переделываем. И хотя бы встанем вот так вот быстренько. Оп, 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 оп. Так, ну что ж, малышей нету. А почему ночь настала снова? Только что же вот оранжево было, ну типа, солнце поднималось. Охренеть! А чё с ними? Жители-то чё с вами? О боже, крепота какая! А чё он смотрит на меня? Почему он даже не двигается? Он просто вертит башкой под мои движения. Видишь, да? Он всегда смотрит на меня. Стоит ли заходить? Не, я боюсь. Честно, я боюсь. Боже! О боже! Они в каждом доме! Даже тут? Ой-ой-ой-ой-ой, ну нафиг тебя! О боже, они из каждого окна просто меня за мной наблюдают. А я и не думал, что все настолько плохо. Слушай, может не стоит больше играть? Даже тут он стоит. Привет! О боже, это какой-то ужас. Это реально крепота! Да ну вас нафиг, зачем такой щит вообще придуман? Ладно. Меня уже давили, честно. Может, сливать просто? Может, выйдем просто с карты и все? Я предлагаю так и сделать. Даже тут... Ой, ну нафиг, ну нафиг, ну нафиг, ну нафиг. Ладно, я вот это смотрю, дома, блин, они везде просто. Они везде. Ой-ой-ой-ой-ой, все, ну его нафиг, я ливаю, я не хочу больше играть. Давай, давай, короче. Надеюсь, тебе понравился этот видос. Поставь лайкосик, подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И пиши в комментариях, насколько ты испугался по 10-бальной шкале от этого сида. И не теряй!